Стоит ли христианам готовиться к переходу в Пеллу? Стоит ли христианам готовиться к переходу в Пеллу? Возможно, вы не понимаете, что значит слово «Пелла». Через несколько минут я все объясню, но для начала я хотел бы прочесть вам Матфея 3 главу 7 стих. «Увидев же Иоанн, многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?“» Похожее место — это Лука, 21 глава, 20 стих. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее...» Иудея — это название территории, как, к примеру, округ Брэдли. Кливленд — это город, Иерусалим — это город, Брэдли — это округ, и Иудея — это тоже округ, в котором находится и Иерусалим. Не знаю, как еще объяснить, что такое Иудея. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него». Иными словами, не возвращайтесь в ту местность, если вы уже покинули ее. Сегодня я хотел бы поговорить о слове «бежать», которое в Новом Завете встречается 15 раз. Это одно и то же греческое слово, которое означает «убегать», «спасаться», «исчезать». А самое точное его значение — это «убегайте быстро и не задерживайтесь». Иисус говорит, что им нужно будет бежать, убегать и не задерживаться. Мне на ум сразу же приходит история об Иосифе. Это Бытие, 13 глава. «Когда жена Потифара приставала к Иосифу, он убежал от нее. Да, она забрала его одежду и ложно обвинила его, но там сказано, что он убежал, и на иврите это буквально означает «я хотел исчезнуть». Так сказать, бежал так, что только пятки сверкали». Это слово «бежать» очень интересное, к нему мы вернемся чуть позже. Но почему же Иисус говорил им бежать из Иерусалима, когда они увидят, как армии окружают город? Потому что римские легионеры, эти данные я взял у еврейского историка Иосифа Флавия, когда римский легион окружал город на несколько месяцев, они не впускали в город никакую провизию, а также не выпускали никого из города. То есть, оставаясь в городе, можно было дожить до таких голодных времен, что люди начинали есть солому. Они ели все, что находили. Я уже рассказывал вам, что люди варили свои ботинки и пытались есть кожу. Кто-то ел собственных детей. Люди буквально умирали от голода. Ситуация во время таких осад иногда была настолько плачевной. Эли Шукрон, который вел раскопки в Израиле, и с которым я лично встречался несколько раз, однажды он повел нас с Чарли по туннелю, который когда-то был канализационным туннелем. Я был этому не очень рад, но это был туннель времен Римской империи. Потом мы пришли к одному месту, где был отколот камень. Мы спросили его, что это такое. И он рассказал, что когда евреи бежали из Иерусалима, то некоторые из них глотали золото на случай, если римляне их поймают, то чтобы при них ничего не было. Римляне быстро сообразили, в чем дело. Они бежали через отверстие для отходов. Римляне пробивали камень, хватали их за голову, а потом еще живым людям разрезали живот, чтобы посмотреть, есть ли внутри золотые монеты. Просто представьте себе этот ужас. Речь идет о евреях в 70-м году нашей эры, во время разрушения храма. Иисус знал, насколько все будет плохо, так что предупредил их об этом за 40 лет до того, как это все началось. Если точнее, то за 38 лет до этого. Он говорил о том, что они должны уходить из города и из Иудеи и не возвращаться. А еще он сказал, если будете на крыше, не спускайтесь. Что это означает? В то время все крыши были плоскими, потому что там стояли резервуары для сбора дождевой воды. Это до сих пор практикуют в некоторых арабских странах. А еще дома находились очень близко друг к другу. Вы могли побежать по крыше одного дома и перепрыгнуть на другой. На боковой стороне каждого дома были ступени, ведущие на крышу. Помните, как в Евангелии от Луки мужчины разобрали крышу и спустили своего друга? Они поднялись на крышу по таким вот ступеням.
Иными словами, Иисус говорил, что, возможно, вам удастся убежать, если вы побежите по крышам. Тогда вас могут не заметить. Когда все это случилось, многие евреи бежали из Иудеи. И одно из мест, куда они бежали, это Иудейская пустыня, а именно в Масаду. А вот как выглядит Масада, если вы там никогда не были. Масада была построена Иродом на случай, если будет какое-то восстание где-то между 37 и 30 годами до нашей эры. Она находится на вершине горы. Сейчас от крепости уже ничего не осталось, но было время, когда там скрывались 967 евреев, которых называли зелотами. Они противостояли римлянам в этой крепости. Они завезли туда продукты, воду, сушеные финики, и они собирались продержаться там как можно дольше. А римляне сделали что-то невероятное. На другой стороне той горы есть каменный трап или пандус. Он идет от подножия горы до самой ее вершины. Это почти 100 метров. И в 73 году, через 3 года после разрушения храма, римляне, которые несколько лет строили этот трап, добрались наконец-то до вершины. Более 9000 легионеров и рабов потратили на это много-много месяцев. Это был единственный способ поймать тех евреев. Однако, поднявшись на вершину, они были шокированы увиденным. 10 мужчин кинули жребий и по очереди убивали друг друга. А в итоге остался только один мужчина. Там в пещерах прятались женщины. Они выжили, и они рассказали, что там произошло. Итак, 960 человек в Масаде совершили коллективное самоубийство, потому что они не хотели оказаться ни в римских пыточных, ни в рабстве у римлян. Они сказали: «Мы лучше умрем свободными, чем будем жить рабами». Очень похоже на американских патриотов, не так ли? Да, очень похоже. 7 людей спрятались и рассказали эту историю. Итак, когда храм был разрушен, группа людей сумела убежать из города. Они направились в Иудейскую пустыню. Все произошло именно так, как предсказывал Иисус. Да, но если вы почитаете внимательно, то увидите, что Христос говорит: «Я хочу, чтобы вы бежали в горы». Он сказал это где-то в 32 году. Примерно через 30 лет римские легионеры разрушили Иерусалим. В Деяниях святых апостолов есть отрывок, который долгое время не имел для меня смысла. Там сказано, что в Иерусалиме Анания и Сапфира продавали недвижимость. Помните эту историю? А еще речь идет о бизнесмене Варнаве, который тоже продал свое имение. Они продали свое имущество, а потом отдали деньги в церковь на помощь бедным. И мне было интересно, почему ничего не сказано о продаже домов в Эфесе, Смирне и других городах для помощи бедным. Там, конечно же, собирали пожертвования, но почему дома продавали только христиане из Иерусалима? И однажды до меня дошло. Они знали, что город будет уничтожен. Если вы живете в каком-то штате, и у вас есть откровение от Господа, что где-то через 25 лет ваш дом будет разрушен в результате землетрясения или каких-то других ужасных событий, то что вы будете делать? Ждать, что же будет? Или пока все хорошо, продадите свой дом и уедете? Именно так и поступили первые христиане. Некоторые из них начали продавать свое имущество в Иерусалиме, потому что знали, что скоро придет разрушение, предсказанное Иисусом в 23 и 24 главе Евангелие от Матфея, а также у Луки в 19 главе. Есть 6 основных пунктов, что именно должно было произойти в Иерусалиме. Сейчас они появятся на ваших экранах. Итак, посмотрим. Евангелие от Матфея, 23 глава, 38 стих. Иисус сказал, что Иерусалим опустеет. На греческом буквально сказано «опустошен». Там никого не останется.
Матфея 24 глава, 2 стих. «Храм будет разрушен, не останется камня на камне». Внутри стены храма были обложены золотом. И когда римляне сожгли храм, золото расплавилось и заполнило все трещины в камнях. А солдаты в стремлении достать золото крушили эти камни. И так пророчество исполнилось. Иерусалим будут окружать. Евангелие от Луки 21 глава 20 стих. Иосиф Флавий рассказывает о двух легионах, которые окружили город. А за 40 лет до того, как это произошло, Иисус говорит о том, что вокруг города выкопают ров. И Иосиф Флавий говорит о том, что римляне действительно выкопали ров. Кстати, они сделали это не потому, что хотели выполнить пророчество Иисуса. Иисус просто заранее знал в своем духе, что это произойдет. Затем сказано, что Иерусалим будет затоптан. 21 глава, 24 стих. Иными словами, город сравняют с землей. Сожгут и затопчут. Ну и последняя, 19 глава Луки. «Побьют твоих детей в тебе». Что имеется в виду? Попробую объяснить. Если вы когда-нибудь были в Иерусалиме и на Храмовой горе, то знаете, что это скала из белого известняка. Очень красивый белый известняк. Историки говорят, что в городе было столько убитых, что земли под ногами не было видно совсем. А крови было так много, что весь белый известняк был красным. Это именно то, о чем предупреждал Иисус. Он сказал, что все будет разрушено, не останется камня на камне, город опустеет. Поэтому вот что вам нужно сделать. А кто из вас понимает, что Бог не делает ничего, пока не откроет это своим слугам-пророкам? Иными словами, Бог не оставит вас в неведении, если грядет что-то важное. Он может обратиться к старушке, которая молится, какому-то ходатаю, или даже дать сон ребенку с откровением о том, что должно произойти. Затем он дает вам план с тем, что вам нужно делать. И в этом случае христиане запомнили слова Иисуса и отправились в горы, но это были горы не в Израиле и не в Иудее. Они перешли реку Иордан и пошли в место под названием Пелла. Я покажу вам снимок Пеллы, ну а затем мы немного поговорим о ней. Вы увидите, что на карте сразу под Иерихоном находится Иерусалим. Территория, о которой мы говорим, выделена светло-зеленым и темно-зеленым цветами. Их разделяет река Иордан. Итак, люди перешли через реку Иордан и отправились в место под названием Пелла. Оно находится на северо-западе Иордании, у Иорданской долины, в 26 километрах от Галилейского моря, в 130 километрах от столицы Иордании. Это около полутора часов езды. Назван он в честь того места, где родился Александр Македонский, которое называлось Пелла. А еще этот город входит в Дикаполис, или Десятиградие, которое упоминается во всех Евангелиях. Библия говорит, что Иисус проповедовал в Десятиградии. Это означает 10 городов, которые в Сирии, Иордании и Израиле. Во времена Иисуса люди из соседних городов приходили на собрание Иисуса, так как они находились недалеко от Галилеи. К примеру, Евангелие от Марка 4 глава 25 стих. Сюда также входит территория, известная как Гадария, Гедария или Гадарин, где находился бесноватый, которого освободил Иисус. Все это происходило на этой территории, о которой я сейчас говорю. Ну что ж, мы идем далее. Епифаний пишет, что группа назарян, помня слова Иисуса, записанные Лукой, а я напомню, это 21 глава, 21 стих, давайте-ка я прочту это место еще раз. Слушайте внимательно, потому что там есть кое-что очень интересное. Итак, Евангелие от Луки. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знаете, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы,
«И кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него». Иисус говорит, «Вы увидите, как Иерусалим окружат армии, а затем вы увидите, как они выкопают ров вокруг города». Когда вы увидите, как Иерусалим окружают армии, вам нужно бежать из города. И дальше становится очень интересно. Сейчас я покажу вам, что там произошло. В 60-х годах нашей эры было ужасное еврейское восстание. Эти повстанцы назывались зелотами. Их количество постоянно росло. Они устраивали засаду на римских солдат. Они верили в то, что Бог поможет им свергнуть римлян. Римляне маршировали, а эти парни выпрыгивали из кустов или из-за скал и нападали на тех. Они были довольно успешными. Благодаря таким засадам они убили много римлян. Но, как известно, с римлянами лучше не связываться. Сведения об этом дошли до императора, и он утроил число солдат. И теперь там было не несколько сотен солдат, а целый легион, а это 6000 человек. Но зелоты решили, что они могут победить римлян, и число убийств продолжало расти. В конце концов, император решил положить этому конец и послал в Иерусалим генерала Веспасиана с целой армией. Все это происходило в период 60 по 70 год нашей эры. В то время императором был Нерон. Он был очень жестоким человеком. Он ненавидел христиан и пытал их. Он также испытывал враждебность к евреям. А когда Нерон покончил с собой, внезапно появился новый император. Веспасиан шел в Иерусалим, чтобы разобраться с этим бунтом, а когда Нерон умер, римский сенат внезапно проголосовал за то, чтобы императором стал Веспасиан. А когда Веспасиан вступил в должность, он захотел, чтобы его сын Тит возглавил войска вместо него. Однако у Тита не было никакого опыта. В итоге Тита все же послали подавить еврейское восстание. Итак, Веспасиан восходит на престол, а Тит возглавляет армию. И пока воплощались все эти изменения, был определенный отрезок времени, когда римляне отступили от Иерусалима. И Епифаний пишет, что в это самое время... О, я уже кое-что чувствую. В это самое время ангел Божий явился старейшинам Иерусалима в видении. Ангел буквально пришел и сказал им, «Сейчас, именно теперь, самое время уходить из города». Но почему они решили идти в Пеллу, вы знаете? Ответы на это можно найти в истории церкви. Во времена Иисуса и во времена первой церкви в Пелле было большое пробуждение. То есть там уже была огромная группа христиан. Но почему же они не объединились с зелотами? Потому что Иисус заранее сказал им, что произойдет. То есть они знали, что Иерусалим будет снова окружен, в этот раз Титом. Больше всего вреда нанес 10-й легион. Солдаты поднялись на храмовую гору и бросили факел в окно храма. Храм сгорел дотла, а сокровища храма отвезли в Рим. Это было исполнением пророчества Иисуса. И вот каким образом христиане оказались в Пелле. Так что же такое фактор Пеллы? Вместо того, чтобы оставаться в определенном месте, где может быть опасно, вы бежите в другое место. А сейчас я покажу вам несколько примеров из Библии, когда люди поступали так. Слушайте внимательно. Мы говорим о переходе и понимании, когда стоит уходить. У Иисуса было три подобных побега, три великих побега. Ирод выдает указ об убийстве всех младенцев мужского пола в Вифлееме. Ангел Божий приходит к Иосифу во сне и говорит ему покинуть Вифлеем и отправиться в какое-то безопасное место, потому что ребенок в опасности. Мудрецы принесли Иисусу золото, ладан и смирну. А знаете почему? Золото — это деньги, которые были нужны семье Иисуса для жизни в Египте.
У них были деньги, чтобы уехать, а также деньги, чтобы прожить там какое-то время. Видите, Бог знает, как позаботиться еще до того, как все начинает происходить. Историки говорят, что они прожили в Египте около 3 лет. Затем ангел сказал Иосифу: «Человек, который хотел убить ребенка, мертв. Теперь вы можете возвращаться». Они хотели вернуться в Вифлеем, город Давида, но ангел сказал им пойти в Назарет. Почему? Потому что в пророчестве было сказано, что свет для язычников должен прийти из Галилеи. И вот почему Иисус начал свое служение среди язычников именно в Галилее. Итак, это был побег номер один. Побег номер два был, когда Иисус только начал свое служение. Ему было около 30 лет. Он идет в свой родной город Назарет, где он вырос, и проповедует в синагоге послание, которое зацепило всех. Это была его первая проповедь в родном городе. Моя первая проповедь была просто никудышной, но меня за нее убить не хотели. А после проповеди Иисуса его хотели убить. В Библии сказано, что они хотели столкнуть его со скалы, но он, благодаря Духу Святому, просто прошел мимо них. Это был побег номер два. Он не бежал от них, а просто ушел. А Бог сверхъестественным образом сдержал тех, кто хотел его убить. А третий, великий, по моему мнению, побег произошел в Иерусалиме. Иисус проповедовал в Иерусалиме, а его слова приводили людей в бешенство. Поэтому они взяли камни, чтобы забить его камнями. Но они не смогли его убить, потому что его время еще не пришло. Он смог пройти сквозь толпу невредимый. Но затем он ушел в горы на какое-то время, чтобы люди немного успокоились. Это описано в Евангелии от Иоанна, 8 главе, 59 стихе. Три великие перехода Иисуса. Здравствуйте, это Перри Стоун, и у меня важное объявление для вас. Теперь вам доступен международный пророческий саммит. Лучший саммит, в котором я когда-либо участвовал. Он доступен на аудиодисках и DVD. Там вы найдете 11 посланий от меня, Билла Клауда, Марка Билдса и Джоэла Ричардсона. А вот как называются некоторые из этих посланий. Открывается ли сейчас книга с семью печатями? Притча о смоковнице и что она означает для Америки? Что бы сделал Иисус во время этой гражданской войны? Библейский ответ на пришельцев и НЛО. Я поделюсь словом под названием «Новая зеленая сделка» и ее экономическое влияние на вашу семью. Еще одна проповедь называется «Слово для Америки» из пророчества Аввакума. Другое слово называется «Который сейчас час». Билл Клауд шокировал публику посланием под названием «Берегитесь, РФ РАФ». Я также поделюсь словом под названием «Отвечая на трудные апокалиптические вопросы, на которые никто не отвечает». Затем Марк Билдс поделится словом «Иеремия, пророк для наших дней». Закончу посланием «Должны ли вы готовиться к переходу Пеллы?» Я хочу сказать вам, что это слово на сейчас. Оно пророческое. Оно отвечает на вопросы. Вас ждут новые версии посланий. На передаче вы видите лишь 20 минут послания, а я проповедую еще 40 минут. Кроме того, мы не показываем на передаче послания наших спикеров. Иногда их информация направлена лишь на определенных слушателей. Ее не примут, если ее выложить в соцсетях. Я расскажу вам, как получить этот цикл. Если вы хотите получить сборник из аудиодисков, то заказывайте предложение 21PSCD за $65. Если же вы хотите заказать DVD, то я советую вам заказать его. Тем более, что Марк Билдс всегда дополняет свои проповеди иллюстрациями. Для этого заказывайте предложение 21PSDVD за $95. Вот как вам сделать заказ. Вы можете позвонить по номеру, который видите на экране, или зайти на наш сайт, чтобы сделать заказ через интернет. Вы также можете отправить нам чек по адресу, который указан на экране.
Не забывайте, что ваши деньги идут на служение «Голос евангелизации», чтобы фестиваль «Манны» и дальше мог выходить в эфир. Мы живем в величайшие пророческие времена. Мы стали свидетелями битвы двух царств. Вы сможете вооружиться как следует лишь в том случае, если вооружитесь откровением и истиной Божьего Слова. Советую вам позвонить, посетить наш сайт или написать нам прямо сейчас. Пусть Бог благословит вас. Обратите внимание на новые города, которые мы посетим в следующие несколько недель. Друзья, невозможно переоценить важность приобретения следующих учений с пророческого саммита этого лета. Для телевидения мы редактируем учения. Я лично прошу монтажера вырезать какие-то куски при компоновке выпусков. Вам жаль, но простите меня, я не изменю это. При отборе видеоматериала на телевидении нужна особая мудрость. В учениях на конференциях мы говорим все открыто, и это моя родная публика. Но мы не вещаем такие вещи в телепередаче. Мы поступаем правильно. Давайте будем мудрыми, как змеи. Есть места, где мне сказали, вас смотрят и уменьшают громкость, когда им что-то не нравится. У себя дома вы сможете посмотреть версии служений без монтажа. Это режиссерская версия нашего саммита. Здесь 11 проповедей. Мы хотим, чтобы у вас было это учение, потому что некоторые из них изменят вашу жизнь. Также они помогут вам понять время, в которое мы живем. Сыны Иссахара были людьми, понимающими время. Бог открывал им то, что нужно было делать Израилю. Это данные о том, что станет будущим с нами и как нам поступать. Пожалуйста, закажите весь набор. Здесь вы увидите множество важных иллюстраций. Ну а теперь послушайте график наших предстоящих поездок. Заходите на наш сайт. Иногда места поездок меняются. Мы хотим, чтобы вы знали, куда именно мы поедем. Итак, мы приедем в церковь Дом Свободы в Ковингтоне. Это произойдет 14 ноября 2021 года. Церковь Дом Свободы в Ковингтоне. Жители Ковингтона, мы никогда не проповедовали у вас. Собрание будет в воскресенье, так что присоединяйтесь. Мы будем проводить собрание в воскресенье вечером, а затем мы посетим общину «Его церковь». Это Оуэнсборо. Опять-таки, для нас это новый город и совершенно новая церковь. Мы будем служить там 21 ноября 2021 года. Христиане из Оуэнсборо, ждите нас. Мы стараемся посещать такие регионы, где мы никогда еще не были. На носу Новый год. Мы приедем к тем, у кого мы уже бывали, и проведем конференции с пятницы по воскресенье. Мы приедем к новеньким и будем служить по тому же графику. Не забудьте, в конце марта фестиваль «Воин». Он будет в этом месяце, в марте. А в июне пророческий саммит. Запланируйте приехать к нам в это время. Ссылка на мой сайт видна на экране.